Вселенная бесконечна, действительно. Значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет копию песни этой. Если вселенная бесконечна и вправду, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там, в глуби далеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия. И вселенная действительно бесконечна. Обдумать подробнее эту гипотезу, посерьезнее впариться в ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, что где-то на задворках.